Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0, у микрофона Мария Кожевникова. В Кирове стали строить больше однокомнатных квартир. Их доля, по данным за прошлый год, составила 63% от общего числа построенного жилья, тогда как еще 5 лет назад их было меньше половины, 48%. Об этом сообщают в Кировстате. Большую долю рынка стали занимать так называемые квартиры-студии. В них нет отдельной кухни, а только ниша для нее, расположенная прямо в жилой комнате. Площадь таких квартир обычно не превышает 30 квадратов. Еще одна тенденция на рынке жилья – постепенное уменьшение среднего размера общей площади построенных квартир. Если в 2010-м этот показатель составлял 64 квадратных метра, в 2014-м – 57, то в 2016-м – менее 52 квадратов. Обусловлены такие перемены, по мнению экспертов, снижением покупательной способности кировчан. Платить за большие квартиры большинству жителей города уже не по карману. Дайджест недвижимости. В Кирове осудят экс-директора КРИКа. Обвинительное заключение по уголовному делу Виталия Шмакова, который возглавлял Кировскую региональную ипотечную корпорацию чуть больше месяца, направлено в суд. Как стало известно, в мае 2017 года Шмаков получил взятку в 5 миллионов рублей за действия в интересах одной из строительных организаций Кирова. За погашение задолженности КРИКа в 60 миллионов рублей он уступил подрядчику по заниженной стоимости права требования на получение выстроенного им жилья в Кирове по договорам долевки. Ранее заключенный между ипотечной корпорацией и застройщиком. За эти действия Шмаков потребовал 5 миллионов рублей и был задержан сотрудниками УФСБ после получения части суммы 3 миллионов, сообщают в областном следственном управлении. После этого Шмакова поместили под домашний арест. В случае осуждения ему грозит лишение свободы до 15 лет и штраф в размере 70-кратной суммы взятки. Дайджест недвижимости. Завтра с кировчанами обсудят газопровод в Чистые пруды. Его планируют проложить до 2020 года в рамках программы по развитию газоснабжения и газификации Кировской области. Проект газопровода уже готов и находится в городском управлении благоустройства и транспорта. Всех заинтересованных кировчан приглашают на публичное обсуждение проекта. Жители города смогут высказать свои пожелания. В случае необходимости документы направят на доработку. Слушания пройдут 28 сентября в 16 часов в здании администрации города. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости.